Брок. Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Сраная благодарность. Сраная благодарность. Иди сюда. А хорошо. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Заманчиво. Я не дам нам погибнуть. Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит.
Идем, сын. Еще такие. Отлично. Эй, посмотри. Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним? Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка? Кольца вращаются! Спускайся! Эта часть подходит! Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Наверху что-то есть. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Yeah!
За что? Смотри. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Вот, что написано. Руны — символы трех норн. Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Ух ты. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Эти странные дохлые твари. Они что, сражались?
Посмотрю, что впереди. А, еще один! Он пролез тут внизу. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Где ты? Скорее, где? Я нашел! Атрей! Он замедляется! Подожди меня! Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырост. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая.
быстрее. Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты Бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. У меня никак. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог Ты его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Домом есть тропа, она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте,
Возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку! Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря... Море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрид. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: «Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира». Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму.
Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Эта башня приведет нас к горе. Я готов. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Воняло ужасно. Твоя мать называла такое нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Ого! Какой здесь туман! Thank you.
Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Это что, кровь? О! Над чем ты работал? А, это... Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Атрей, за мной! Знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Да, вперед! Снова Бёльба! Для твоих стрел! Стреляй!
Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Это дым? Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее.
Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гному подножья этих холмов. Синел, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты. Сейчас покажу. Ты смотришь? Лёста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилась вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Внизу лестница направо. Эй, еще один световой кристалл.
Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо. Задвинь ее на место. Теперь выровни колесо в колее. Хорошо. Теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых — лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Лиоса. Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Ты разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Биврест. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврест сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Бивресте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы.
Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Люрёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Бивреста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышли? Мы все еще тут. За мной. Биврест погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Бивреост не получит свет Альфхейма. Как мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в мир. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет, 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 нет. Проклятие, так что быстро. Что происходит? Чтобы восстановить магию Бивреста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть на... Она не погибла, правда? Нет, вряд ли. Идем. Посмотри вокруг. Держись рядом, ничего не трогай.